Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Land Rover Discovery. Discovery 3, 2006 года выпуска. Двигатель 2.7 турбодизель, полный привод, автомат. На этом автомобиле у нас стала выскакивать ошибка подвески, и автомобиль падает в аварийное состояние. Подвеска падает вниз. Достаточно выключить зажигание, завести заново автомобиль, все встает в норму, и можно также откататься либо час, либо сутки. С подвеской все нормально, за ночь она не падает, она даже за неделю не падает, поэтому компрессор работает нормально, травить воздух нигде не травит. Подозревали, что ошибка на блок ручного тормоза. Ручной тормоз работает в принципе исправно. Погнал на диагностику. Сейчас покажу лампы в салоне, которые зажигались. Сейчас включу зажигание. В данный момент ошибки не будет, надо поездить. Загорается лампа ручного тормоза. Вот эта лампа ручного тормоза, не красная именно, а обычная. Потом загорается вот этот значок, высота подъема, ошибка высоты подъема. И машина падает в аварию, а потом горит кнопка ручного тормоза. Вот эта, не красная, опять же скажу. И автомобиль падает на низ, в нижнее положение, и не разгоняется. Достаточно остановиться, заглушить автомобиль, завести. Он встает в нормальное положение и едет. В день такое может быть и один раз, и три раза, и шесть раз вот тут было. Вот такие дела. Пробег на автомобиле почти 200 тысяч, там, по-моему, 198. А да, он 198 507 километров. Поехал товарищ на диагностику, подцепили компьютер. Я глубокую диагностику не могу делать, у меня только поверхностная. Оказалась ошибка датчика педали тормоза. Ну, скажем так, в простонародье лягушка. Заказали ее, сейчас поменяем и будем тестировать. Он говорит, это уже, говорит, не первый автомобиль за последнее время, который вот приходит с этой поломкой. Иду меняю. Снимаем вот эту нижнюю накладку. Сверху она находится на двух защелках вот таких, а снизу вставляется двумя отливами. И вот у нас стоит лягушка. Вот она. Даже окно есть для нее, чтобы удобно подлазить. Сейчас снимаем разъем. Сейчас одной рукой попробую. Поворачиваем ее по часовой стрелке. Да. И здесь уже удобно будет снять разъем. Паз, куда она вставляется, вот такое гнездышко упирается в педаль. Вытащил лягушку я вниз, опустил. Здесь удобнее. И вот нажимаем фиксатор. Снимаем разъем. Работает жестко. Работает жестко.
и непонятно, что здесь. Почему-то вот эти фиксаторы, я не знаю, но они сдвинуты в сторону. И один, и второй. Лягушка. Ладно, сравним с новой. Новую мы взяли не оригинальную, заказали фирмы Facet. По-моему, Италия, да, Италия. Номер детали 7-12-47. И вот что хочу показать. Насколько здесь длиннее торчит у новой шток. И здесь вот мягко идет, вот она. А дальше туже надо. Здесь вся идет мягенько, полностью ходит мягко. Возможно, это и есть основная причина. Так она точная копия ее. Сейчас одеваю разъем и ставлю на место. Покатаемся, проверим, посмотрим. Но я думаю, компьютер не зря эту ошибку показал. На протеком брызну разъем. Одеваю на место. И завел наверх. А теперь берем ее, вставляем в гнездо и поворачиваем против часовой стрелки. Все, стоит она на месте. Разъем у нас на месте. Ну, я думаю, в течение день-два она результат покажет. Ставим на место разъем. Ой. Ставим на место накладку. Сейчас пыль с нее протру. Снимается крайне редко, но раз я снял, можно немножко протереть. Вставляем пазы и защелкиваем. На этом все. Лягушку педали тормоза мы заменили. Всего вам доброго.